Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте сгнивший Ford Focus. Итак, замена порогов и одной арки. Итак, задняя арка, крыло одно переднее и пороги сгнили. Их буду менять. Итак, вот привезли тайваньские детали. Разобрал для замены морду крылья, то есть фары. И теперь приступаю к работе. Сначала примеряю, обрисовываю и затем обрезаю. Немного металла оставляю, потому что буду варить металл на металл. Итак, обрезал гнилье, зачистил, промазываю преобразователем ржавчины и затем выгибаю куски усилителей порогов, которые сгнили. Выгибаю на станочке своем гибочном и затем эти кусочки вариваю вовнутрь порога. Также делаю и с другой стороны, и затем привариваю сами пороги и арку.
Итак, все сварено, зачищено. И теперь мне осталось только подшпаклевать, загрунтовать и покрасить. Ну что, эта машина отремонтирована, покрашена, собрана. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!